человек, что ни говори, не нравится платья. Буду одеваться до головы, я тебя в объятия. Буду одеваться до головы, я тебя в объятия. Выйду из воды, шорохи травы, давно это было. С ног до головы, с ног до головы, ты меня любила. С ног до головы, с ног до головы, ты меня любила. Речка и закат, серебро течения. Ты теперь одета с головы до пят, платья из забвенья. Ты теперь одета с головы до пят, платья из забвенья. Нечего надеть, что не говори, она поет. Не нравится платья, тогда я буду одевать с ног до головы, я тебя в объятия. Буду одевать с ног до головы, я тебя в объятия. Значит, папка Петр Михайлович, сын полка, звание майор. Вот, попал я в армию в 44-м году, когда наши освободили деревню. Вот, и у меня мать умерла, еще 4 года не было. Это была мачеха. Вот, и когда у нас командир дивизии был, стоял на квартире. И она говорит, иди, пойди там крышу подремонтируй, соломой, крыхата крыта. Я пошел, ну разве я могу? А отца немцы гнали, он уже в армии не мог, не пошел, потому что уже годы, уже 53 года было, до 50 брали в армию. А немцы забрали. Я остался с мачухой, ну, в прямом смысле слова мачуха. И вот она, я пришел в сене, она набила, я плачу. А капитан доложил командиру дивизии, он в комнате, у нас на квартире был в комнате, мы в кухне были. Он тогда говорит, спроси у него, он пойдет с нами в армию? Пусть не издевается. Ну и соседи сказали, что это мальчишка говорит ему, мать не родная. Он спрашивает, пойдешь с нами в армию? Пойду, сквозь слезы говорю. И меня, пойдем, говорит, батальон связи, ну, на одной улице, там батальон связи. Она, куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? А он говорит, он мне поможет что-то нести. Она успокоилась. Ну, привели, там уже и покормили, все. И пришла портниха, замерила одежду, сапоги сапожник перешивал. Короче говоря, перешили форму, все. А она узнала, что нет, прибежала. А что мне будет, когда отец придет? Я повешусь. Они там уже солдаты знают о ней.
Пошла ты, говорит, туда-сюда, на банту, на трибуку. Вот она ушла. Вот дай хоть одежду. Ну какая одежда, заплатка на заплатке и сапоги там резиновые клеены. Вот. Тогда, когда пошили мне одежду, я уже в феврале месяце, 20 февраля, выскочил на улицу, за мной юрба ребят, и хочется ж пойти ж домой тянет. Ну, с ребятами там пообщался, вот, увидел меня командир дивизии. Ты что, герой, ты спрашивал, когда я шел? Нет, я еще дисциплины не знал. Вот так, куда бы ты ни шел, спрашиваю командира. А сейчас пойдем чай попьем. Шоколады, помню, то что я их не видел никогда. Угасил шоколадом, чаю попил. Иди, говорит, в батальон. Я пошел, и оттуда уже, оттуда немцы уже отступили. И мы поехали в Украину, пришли. А тогда в эту Молдавию. Попали мы в Молдавию, вот, и там в Тирасполь, город Тирасполь зашли, а там, значит, немцы сильно стали обстреливать город. Был приказ уйти в поле. У поля вышли там окопы, там блиндажи, кто окопал, а то немецкие, может, были, вот, и ушли с города. Вот, ушли с города. Я там побыл немного, а тогда командир батальона говорит, иди, говорит, к радистам, и они тебя будут обучать к телефонному делу. Значит, я приходил к радистам, они ознакомились с нашими телефонными аппаратами, с немецкими, как подсоединить, как отрегулировать звонки, как, значит, ну все, все. Я там недели две походил, а тогда, когда я уже обучили меня к этому делу, у нас в батальоне связи 4 взвода связи было. И меня забрал командир взвода, 4-го взвода связи, в взвод связи. И я там уже недаром хлеб ел, значит, вот протянули связь, тут аппарат поставили, я уже сижу, телефон вот так привязываешь за трубку винтом и так на голову. Для чего это? Потому что там порывы были частые, и оголенные провода, звонки не доходили. Поэтому надо вот так повесить, да, кто-то звонит, ты слышишь, отвечаешь. Или тебе надо проверить связь, если нет боя. Значит, через 10 минут проверяй связь. Если бой идет, через 5 минут, ну там звонишь, там на аккумуляторе девчонки тоже работали. Вот, говорю, дуб слушает, первая проверка. Там куда-то нужно отлучиться на 5 минут. Дуб первая отлучится на 5 минут, чтобы они знали. Ну, если там некому на порыв линии идти, так, значит, там только поехали там связь давать ребята. Куда приказано было, там в корпус или дивизию, или куда наша обязанность связью обеспечить. Вот. А я остаюсь один у телефона, извозчик и повар. И когда связи нет, я беру аппарат, на плечи, оружие, там пистолет, это буфты, проволоки, там это кабель телефонный, и бегу. Ну, для того, так быстро не увидишь, где порыв, так вот так руку взял и бежишь. Когда порыв линии, тебе же кончик сразу останется в руках, тогда ты обратишь внимание. Другой найти надо соединить, подсоединить к телеаппарату и позвонить, что или связь есть, или нет. Если есть,
возвращайся домой же. Вот. Ночью посылали два человека на поре в линии. Наверное, и у немцев так было, и у нас. Я говорю, в атаку не ходил, у каждого своя специальность. Связист был. Вот. Но ночью посылают два человека. А если поре в линии нашел, один сидит, ремонтирует, ну, можешь плащ-палатку накинуть и фонариком присветить, потому что немец увидит, может с пулемета очередь дать. Вот. А другой лежит где-то у воронки метров за 10-15 и смотрит. Оно все равно силуэт поднимется, видно, где земля и силуэт, и небо, у нас силуэт поднялся, видно. Вот. И, значит, охраняешь. Охраняет того, кто эту связь делает, ремонтирует. Даже нас обучили, значит, слова немецкие. Хальт, стой. Их фердешисен, стрелять буду. На всякий случай. Ну, значит, если по проявлению, может быть, танк зацепил, протягнул, порвал. Может быть, если увидел, нашел по проявлению снаряд, воронка или мина, или взорвалась снаряд, то на душе легче. А когда ничего нет, тут надо осторожно быть. Может, немец перерезать и сидеть, ждать. Если бы один пришел, начал ремонтировать, он тебя сцап и все. Язык надо, ему нужно знать, какая дивизия, какой батальон, и все. Так что меня еще до 11 часов вечера брали на поре в линии, а тогда уже позже жалели, так как пацан же. Уже я ложился спать, даже и у телефона не дежурил, до 11. Вот это, значит, такая, тогда, ну, дальше. Вот это из это, Молдавии перебросили в Польшу дивизию нашу. Сколько вам лет было, когда вы... 13 лет и 2 месяца. В 44-м году. Я 30-го года, 28 декабря 30-го, что там остается. Даже там, если правильно... В октябре родился, ну там 13 год и 2 месяца. В каком городе? А? В каком городе? Не, Херсонская область, Нововоронцовский район, село Ивановка. И оттуда начинались? Оттуда и ушел. Оттуда шли мы до Молдавии. Из Молдавии перебросили, вот детские ноги сколько выходили, перебросили в Польшу. У Польши там были мы долго, вот особенно там Сандомирский плацдарм, Висла, вот, переправлялись через Вислу, там много погибло, вот, но все равно переправились, вот, ну и там даже была благодарность главнокомандующему Советского Союза. Генералиссимусу Иосиф Виссарионович Сталин объявляет вам благодарность. С правой стороны его портрет, а здесь написано. Воспитаннику папки Петру Михайловичу. Вот. Тогда, осенью 44-м, уже мы перешли границу Германии. В Германию проходили мы. Говорит, это уже саперы положили бревна в болото, и подвода идет, у нас две подводы было в взводе связи. На одной подводе оружие, там кабеля, катушки с кабелями, связь, аппараты, а на другой продукты, там одежда наша, все. И переходим на границу, это, говорит, уже логово фашистское. Пришли, света ж нет, никого там нет, ни живого, ни кота, ни кошки, все эвакуированы были. Серые дома,
Видим, что он в их там поселке городского типа в Германии. Вот, ну, тогда уже днем уже рассмотрели. Сначала никого, ни животного не было, никого, всех эвакуировали. Геббельс пропагандировал, что, мол, русские придут, будете насиловать, и груди вырезать, все таки, ну, говорилось, для страха. Вот. А когда уже в Германию зашли, так был приказ Иосифа Виссарионовича Сталина, только чего и обгадили, а в России сейчас его святым признали. Он и гимназию кончал. Вот. И он говорит, если видите флаги из балконов, из окон белые, значит, не насиловать, не грабить, ничего, не убивать, ничего. Приказ был, вплоть до расстрела. Вот. Видите? Мы, а его слова, мы не должны быть похожи на фашистов. Не армия, а освободительница. Мы освободили свою родину и Европу. Европа помнит о нас. Даже в прошлом году, это ж никто не знает. Вот, из России даже присылали Дню Победы по 500 гривен и открытки. Вот. А как народ Германии встречал вас? Скажу. Значит, дальше уже что? Оставались, пришли в поселок девчата, девушки были. Те, которые угнаны были в Германии, наши. Они встречали нас, ну, мы спрашивали, там немцы есть здесь у поселка? Они говорили, есть или нет, значит, что мы знали, как располагаться. Вот. Ну, расположились тут, связь, тут, значит, мы сидим. Заново телефон и аппарат, там на передовую тянем линию какому-то корпусу или дивизии, или батальону какому-то. И там два человека дежурят, если порыв линии, отсюда один человек бежит и оттуда. Где связь найдут порыв линии, там и ремонтируют. Вот это наша, в первую очередь, задача. Ну, в Германии, когда тогда уже то, что оставались девчонки, а после уже и животные оставались. Мы приехали, они, значит, подоили коров, значит, повар это, макароны сварил с молоком, значит, кабана там убили, взяли сколько нужно, другие забрали ребята. Вот. Немцы стали оставаться уже. Мы едем туда, вглубь Германии, они на велосипедах такие, то есть узлы тащат. Куда же уже отступать, когда некуда. Вот. У нас был старший сержант Селезнев, то и нашел такой цилиндр, шляпу, сел у фаэтон, у нас же лошади свои были, только фаэтон взяли немецкий, он сидит, извозчик лошадей погоняет, а немцы обращаются к нему, думают, губернатор их. Вот. Ну, это в Германии был я, город Дрезден, если, может, слыхали, тут встреча на Эльбе, это я тоже был, все видел. Увидели американцы и наши, там в обнимку были, а тогда спрашиваю, а что это, говорит, за самолеты, звезды белые? Говорит, это американские, у нас красные самолеты, звезды, а их белые. Вот. Ну, некоторые там, англичане те как-то лучше, а американцы такие возносчивые такие. Вот. Некоторые говорят, а как мы будем, если мы пойдем в Америку, как мы с там 140-го этажа будем пионину снимать, ну, смеются. Вот. Ну, значит, вот эта встреча на Эльбе я видел сам. Тогда Одер форсировали, река Одер. Вот. Вечером мост взорванный был, чтобы переправиться через мост.
мост взорванный был, а наш командир, выпивший был, и повел на мост. Ну, доехали там метров 300, а там уже взорванный, развернулись, так уже под заход солнца, над лесом река Одер, Одер. Вот, и шли, шли, там, значит, уже саперы положили деревянный мост. И переправились через мост, там, дымовую завесу сделали для того, чтобы с авиации, если налетит, так, чтобы не видно было. Вот, и перешли там город, я не помню какой, небольшой город, город горел, но вот так улицы узенькие, вот так, когда дом горит, вот так накрывается лицо, закрывается бегом по той улице, чтобы пробежать этот участок. Вот у Польши тоже было, когда форсировали реку Вислу, две ночи под бомбежками сидели. Вот. А когда уже саперы наладили мост, идем, мост, вот, узенький такой, впереди машины, идем метров три, слышим самолет, это немецкий, а тут шашки запалили, дымовую завесу сделали, не с чем дышать, вот, идем, перешли вот мост, река Висла. А там думал, что мы где-то от Вислы подальше отъехали. Мы понад Вислой шли и остановились. Остановились, и там какой-то в поселке был корректировщик немецкий. Начал, там танки были наши, он стал корректировать авиацию, и авиация налетала и бомбила, и нас захватывала. Вот. Тоже там, по той стороне, две ночи пробомбил. Здесь. Вот. А тогда уже отъехали еще немного, авиация улетела. Говорит, немножко постоим до утра, чтобы меньше горючего расходовать. А тогда дальше будем ехать, где наш батальон. Вот едем, был указатель, если перекресток дороги, указатель. На досочке написано «Пожидаев, командир батальона, стрелка туда, едем туда». Значит, ну вот мы две ночи, считай, три ночи под бомбежками. Вот первый раз налетели самолеты, уже солнце заходило. И мы, значит, смотрим, летят эскадрилья их. Летят мы, выскочили, а машина стояла, замаскировали, все. Вот побежали туда, а они развернулись заново напротив нас. Мы тогда на место прибежали вдвоем. Стали в окопе, сидим, стоим. Это, есть говорят, необстрелянный солдат. Он быстрее погибнет, чем той, кто был уже на фронте. Он уже, я от ребят же слушаю и запоминаю. Летит снаряд, как он летит? Или прятаться, или может стоять. И бомба. Смотрим, самолеты летят. Если они вот таком, вот так, где фонарь, на какой высоте, сбросили бомбу, бомба, значит, то она вот здесь, надо прятаться. А если они сбросили напротив нас, то бомба не упадет здесь, она метров за 300 там упадет, может стоять спокойно. Это все учишь. Вот. И, конечно, страшно все. Ну, вера в победу, ненависть к врагу, вот все. И оно привыкает, что это там снаряд пролетел, мина взорвалась, оно уже так, как повседневная такая жизнь. Вот стояли мы в этом Германии, сказали, дать надо связь, линию куда-то. Вот идем, а там такой маленький лесок, выскакивает капитан. Куда вы идете? Говорит, мы вот тот поселок. Мы, говорит, артналет туда стреляем. Там немцы. А нам уже приказано связь дать. Знаешь? А тогда уже, видать, те отступили, главные немцы.
главные силы, а остались для прикрытия. И тогда и они ушли, и мы заходим в той поселок, но артиллерия там била их, по их. Стали вот так, ну, окна повыбиваны, такие селянские хаты, деревенские, ну, поселки. Подушками позакрывали комнату, нашли, чтобы там ночевать, там связь держать. И стали вот так на улице. Стали на улице, на пороге. Снаряд пролетел, бах, одного нет. Только что разговаривал, уже его нет. Вот так прожил минуту, слава Богу. Ну, вера в победу и ненависть к врагу, вот это нас вдохновляло на подвиг. Ну, ты знаешь, что тебе надо сделать. Вот некому на порыв линии идти. Я же говорю, только повар остался, извозчик и я. А линии я по аппаратами пользовалась немецкими индукторами. Ручкой так крутишь. Если покрутил, там нагрузки нету. Значит, все, индукции нет. И сразу не спрашиваю, ни командира нету, что мне делать. Беру проволоку, кабель, иду, надо справить линию. Без связи ты не знаешь, может, тут немцы вот рядом. А когда связь, ты живешь, ты знаешь все. Ну, вот так и жили. А тогда из Германии было правительство, не могло освободить Прагу, столицу, и перебросили, мы были 25 километров от Берлина, с правой стороны Берлина остался, и нас перебросили в Чехословакию. В Чехословакии горы такие, мы на велосипедах так, и котишь, и велосипед выморился, так, положил, отдохнул заново, 8 километров на гору идешь. Вот. А тогда, когда уже выйдешь на гору, сядешь на велосипед, а там такая, как струнка, ленточка узенькая, тоже ж 8 километров или больше вниз спускаться. То есть тормоза, дым идет с них. Если бросил, так разбился. Вот. Ну, в Чехословакии, когда мы спускались, а вот еще интересный эпизод. Едем на стрим. Человек пять. Едем, даже в фильмах я нигде не видел, то, что я вам скажу. Едет машина. Ну, а здесь с правой стороны машины горят, оружие сложено, то рвутся патроны, пули свистят, может, только рикошетом и убить. Вот. Идет машина, на машине полно немцев, без оружия. И, а это командир отделения Селезнев раз руку поднял, он остановился. По-немецки он немного разговаривал. Говорит, говорит, мы до мамки уже вони знають, що гибель уже. Все, що вони не сопротивлялись. Он достает карту и говорит, показывает немцу, нам нужен вот такой поселок. Машина, але с капут, ну, едем до мамки, додому, ну, комаради, солдати. Он матом загнув, я тебе дам капут, сади, говорить, от везешь нас туда, в эту деревню, такую, показывай на карте, тогда вернешься, заберешь солдат. Он, значит, сказал по-немецки, они вылезли с машины, сели. Мы сели в кузов, отвез нас туда, где нужно, и он отпустил немца. Вот такая была встреча. Представляете, такого даже по телевизору, в кинофильме я не видел. Ну, а встреча чехов, значит, когда мы спускались там велосипедами в поселок, столы стоять, цветы, вино и закуска. Встречали с объятием.
когда сказал командир дивизии этого отделения, говорит: ребята, по 3 человека рассредоточимся, чтобы мне тяжело было людям. Мы остались 3 человека. Ну, он включил приемник, чех, и тут Москва, передавите, ну, интересно. Поужинали вместе, лягли спать, утром встаем, обмундирование все выстирано, поглажено и преподносим. Так какой там день рождения, даже понятия не было. Какой там день рождения? Тут, значит, вот я вам скажу, идем мы в Германию. Ночью, днем авиация налетала, бомбят, значит, обстреливают. Идем ночью, привал, труба заиграла 10 минут, там. Сели, зажгли там солому или что, ни маскировки не, уже не соблюдали ничего, хоть немцы ж недалеко. Вот сели, та солома погорела и спять снежком. В Германии такой зимы такие были, не суровые. Вот так снегу притрусить, мороз, если 10 градусов, то это ровно сильно, что у нас 30. Они боялись очень. Вот. И, ну, сели, солома сгорела, там костер, и спим. Тогда труба заиграла, встаешь, и так один... Вдвоем идем или втроем, под руки идешь, глаза закрыты, спять, а ноги сами идут. И думаем, когда мы выспимся, так хотелось спать. А что, по-вашему, было самым слабым местом у фашистов? Вот, может быть, в психологическом плане или, может быть, физически? Вот они боялись атаки. Штыковую те, они боялись. У них не было ни одного фильма, чтобы они закрывали амбразуру человек. Не солдат, чтобы закрыл амбразуру, который с пулемета строчит, а наши. То, смотрите, тогда я смотрел истребители. Девчонка видит, что или заела пулемет, или что. Она, чтобы фашист не ушел, она пошла на таран. Его все равно уничтожило. Вот. Ну и взять сколько на тараны шли. Самолет сбили, він, значит, чтобы вреда, чтобы больше не сделать. Какой-то эшелон или колонна идет, он направляет, сам погибает, и, значит, уничтожает их побольше. Ну вот, значит, ненависть к врагу и вера в победу, вот это спасло. Получается, они боялись, когда на них наступали, да. Потому что они видели смелость, да, какую-то вот прям... Да, особенно они боялись этих, когда морячки идут, тельняшки увидели, то говорит, смерть, значит. Вот, или же были самолеты в нас, это им не 41-й год, что они за одним человеком гонялся, самолет за одним человеком гонялся. А уже в Германии, я помню, летят эскадрилья наша. А там аэростат висит, а в аэростате под низом корзинка. То местность неровна и лесная, там, значит, связисты, ну, наблюдатели, корректировщики, короче говоря. Вот. Летит, значит, 2 мессершмитта, а наши илы. Ил-2 там, они были вооружены так, что немцы они не боялись. Если раньше бомбардировщики сопровождали истребители для прикрытия, если налетели мессершмитты, так чтобы эти штурмовики шли, им не мешали. Они шли по заданию, чтобы нанести удар, где им сказано. А здесь смотрю, летят, значит, наша эскадрилья, я посчитал, 12 ИЛов, и тут, где не возьмись, 2 мессершмитта.
пролітають возле нашого. Ну, такий хлопок, як ото зенітний снаряд взривається, такий білий дим. Он, значить, хоча б тобі махнув крилом, не, літять по своєму заданню. Другий раз залетів той мистер Шмидт, он його, как, там були катюші встановлені мелкого калібра, пулемети і пушки в цих самолетах, і бронірувані. Не, вони не боялися, і кабіна бронірована, і брюхо бронірване. Він як довбанув його, так он не встиг вискочити, а так зразу в стопор. Взорвався. Не видел, чтобы там выстрелил этот летчик. А другой раз развернулся, все. Я смотрю, пробомбили, особенно когда бывает высоту не возьмут. Просят, значит, помочь авиации. Я же все слышу по телефону. Смотрю, полетели ивы. На низкой высоте, до высоты, долетают это близ. Это с Катюши, пушки бьют. Смотрю, какой-то что-то попали, или нефть, или что, загорелось. Они круга три сделали, посчитав, сколько их туда полетело, считаешь назад. Мне же интересно, что там не сбили их. Летят назад точно такое самое количество. Вот уже самолеты были, происходили немецкие. И по количеству, и по... то есть, и по устойчивости, и по скорости. Победа, значит, мы встретили у Чехословакии 3-7 километров от Праги. Наша дивизия была. Были 7 километров от Праги, но наша дивизия участвовала там, потому что у меня есть медаль за освобождение Праги. Вот. О, вот. За освобождение Праги. Когда выскочил этот самый радист из летучки. Летучка – это машина с такой будкой, называли летучка. Выскочил, говорит, победа. Мы один одного обнимали, целовали, плакали. И то хотят еще отменить День Победы. Ни в коем случае. Даже Европа помнит о Дня Победы, а здесь какие-то недоумки действительно сидят, ну, это, как мы говорим, бандеры сидят, которые задать ему вопрос, какую деревню хоть освободили от немецких фашистских захватчиков, и он подавится. Ни одной деревни, ни одного города, они ж не освобождали. А языками, куди там такі вояки, куди? Ідуть вони по Хрещатику, їх так зустрічають, як нас. Ми коли йдемо по Хрещатику, діти, там много стоїть з правої сторони, з лівої, дітей пускають, цвіти приносять, самі вискакують, приносять цвіти, зустрічають. Так, як я говорю, Чехослави, які нас зустрічали святами. От. А їх же так не зустрічають, тому що вони знають, хто вони такі. І є ще свідетелі живі, там, в тому, у Жеки була жінка, говорить, я, говорить, пам'ятаю, скільки вони, говорить, живьом уничтожали людей наших. Та от, зараз же писаків много, кому як вигодно, так вони пишуть. Заплатили йому деньги, он пишет, вот так было. А действительно, живые свидетели могут сказать правду, что они творили. Значит, после войны посылали туда председателей колхозов, этот, учителей, вот, ну, еще кого. И они уничтожали их. За что, спрашивается? За то, что она детей твоих учит, так ему не нравится, допустим, мова не так. От. А що ж зараз за мова? Некоторі вже самі депутати говорять, от я українець, я не знаю цих слов, тому що це з
з канадської діаспори много всунули. То Слуховка, то, значить, я одну, бачу, що він западник лежав у больниці, ні, в санаторії. Говорить, а ви знаєте, як укол називається по-українськи? Говорю, ні, поняття уколи, я і на фронті знаю уколи, говорять, якщо треба, значить. Пенициллин это нашли наши изобретатели. Если температура или что, пенициллином спасались. Вот. Он говорит, заштрик. Вот вам скажи, заштрик. Вы знаете, что такое? Оце, значит, оце він считается, значит, по-украински. То есть, что такое слова? Этот самый вертолет, гликоптерчик. Я знаю вертолет. Мы, вот я с детства вырос, у месяц мы были. И русские, и украинцы, и узбеки, все в взводе были. У нас никакой розни национальной не было. Мы один одного спасали. Вот. И как одна семья. Лікування димом называется, заглавие. Сказав лікарь недужому, нехороше діло. У вас лице, голубчику, зовсім пожовтіло. На прогулянки виходьте в скверики і парки, на дубу куріть, будь ласка, тільки три цигарки. Прийшов хворий через тиждень, лице аж зелене. Болить, каже, від куріння голова у мене. Як могли ви приписати цю страшну заразу? Я ж до вашого наказу не курив ні разу. Нічого надіть. Что ни говори, мне нравятся платья. Мне нравятся платья, буду одевать с ног до головы, я тебя в объятия. Буду одевать